холодно, там как-то светло, тепло в другом мире. И меня очень потрясло, когда ко мне пришла, я работаю вообще на другой работе, на основной, ну, на очень логической работе, и пришла ко мне простая женщина, подписать какие-то бумажки, ну, очень простая, правда, она там приема сдачи, то есть, ну, совершенно не близкая к этому творчеству. Вот она стоит, смотрит на эту картину и начинает рассказывать все те мысли, которые у меня возникали, когда я ее писала. Я просто на нее смотрю и говорю: «Извините, Валентина Александровна, откуда у вас вообще это?» Она говорит: «Я не знаю». И она даже увидела там то солнышко, которое я его пыталась зарисовать пальцами, там, чтобы, ну, типа, вот оно только всходит, его не должно было быть видно. Она вот, вот один в один, я сижу и думаю: «Боже мой, ну, наверное, все-таки мы живем в одном поле мыслей, и они каким-то образом все-таки вибрируют, передаются друг другу». Ну, так вот, собственно, мне хочется, чтобы эти теплые вибрации все-таки тоже вас немножко затронули, порадовали. И несмотря на то, что сейчас все-таки довольно прохладно, чтобы это тепло передалось и вам. Спасибо. Друзья, мы просим вас приступать. Все, дорогие друзья, да. И сейчас... Теперь спокойненько, сейчас нам наконец-то прибыли наши товарищи. Проходите быстренько, ребята. Здравствуйте. Все, на что вы умеете, на что будут проблемы. И сейчас мы поможем вас, вам угоститься и, да, и послушать, ребята, музыку. Все, пожалуйста, как это на всех этих происходит вы только что? Ходите и восхищаетесь. Вот и все. Значит, там внизу стоит охрана. В принципе, без покупки картины вас не пустят, поэтому все, пожалуйста, все вопросы к Валерию, к Тадеусу Валерьевичу. Все, большое спасибо вам, ребятки, ну, мы еще же не прощаемся, мы только начинаем. Так, мужчины, можно вас попросить открыть шампанское у кого-то? И водички. Кто поможет? Конечно, Миша. Да, пожалуйста. Так, вы больше. Или вы опоздали? Наташа. Галя, привет. Как дела? Как дела? Нормально. Нормально? Жалко, что вас не было. Все, началось. Все, я отключаюсь просто.